Правда, не заходит. Да, Брэйс вообще хорошая мана. Бля, опять плохо. Надо было на маге спатить ее. Заканчивается, кстати, музло, надо что-то поставить под конец. Что мы хотим под конец послушать? Бонсай Китин все с удовольствием послушают. Так, паладин, да? Актуально, кстати, становится песня, наверное, про этого ретро-паладина. Темное или светлое пиво больше жалуешь? Под настроение по-разному. Чаще светлое пью, но темное тоже под настроение. Рульден под конец. Не, давайте Трульдена уже посмотрим. Каждый на своем мониторе. Ретри, не ретро. Я думал ретро. Я вон как. Так, с монеты он просто жонглер или с монеты. А у него сейчас гей-парад поет. Давай с монеты. Блин, боссом. Ретри. Типа ретри это повтор или что? В смысле? Обещал, ну ладно. Ну блин, смотреть на стриме тварины Трульдена это как-то. Потом еще попросите брофист. Потом Ладу Седан поставь. Знаю вас. Дик. А, это ветка прям какая-то. Давай, стрельни сюда. Ой, хорош, хорош. Ну, правда, этот умрет, но ладно, нормально, пойдет. Мне нравится. От Retribution, возмездие, я понял. Лучше пистолета. Что важнее для тебя, чтобы стрим нравился зрителям, или чтобы это дело нравилось тебе? Обоюдовыгодно. Если бы мне это не нравилось, я бы этим не занимался, это 100%. Я могу сказать. Ух. То есть я не делаю стрим только для зрителя, типа, чтобы выдавать какой-то продукт самому, и мне это тоже должно быть в кайф, безусловно. Блин, 4. Ну реально, да, великан хорош против этих мразей. Прям пойдет. Попёрла скиллуха, рано заканчивать, похоже. Помоги с капчей на хероворде, уже 2 часа пытаюсь региться.
Блин, ну там есть ответ, короче, загуглить про школ магии. Зарегаться на ХВ это не так просто, да. Сука. Как они это делают? Так, ладно, поехали. Главное не тупить. Это раз. Есть. Баф. Воскрешения нету. То есть там... На одном хп и боевой настрой, да? Уже разменяемся. Наверное, надо было сначала, но я хотел проверить секрет. Мисс один дамаг. Вот, и все еще стримишь, скоро спать или это победа на втором? Не, сейчас, ну, короче, до поражения и спать. Хотя, я думаю, мы уже даже закончим на этом паладине больше. Как они это делают, суки? Данный лакирок. Вообще, который никогда не бэймит. Нет. Вообще никогда не бэймил, парни. Блин, ну как тут не бэймить? Он на шестой ход ставит это сраного мудака, на седьмой доктора Бума. Ну серьезно. А на восьмой Тириона. Нормально, да, ребята, вы считаете? Говноеды, блять. Знаешь, типа сильверный, ну да, знаю. Сейчас у меня будет добавлять в друзья такой, а, сука, ненавижу. Они хер играть на таком говне, потому что... Надоели, блин. Больше никогда не буду... Ну как, а Влад, вот согласись, как можно, смотри. Он на шестой ход ставит мужика на коне, на седьмой доктора Бума, на восьмой Тириона. Как они это делают? Каким образом? Ух.
Ой, боже, это тот же. Ну, сейчас он меня накажет. Ой, сейчас он меня накажет, ребята. За такой БМ нужно наказывать. Я проиграю сейчас. Так, ну ладно, я плохой парень, надо продолжать. Нужно было ждать до шнурка. Я вообще до шнурка дождался. Дайте побеймить. Удобно в таких наушниках долго сидеть, обычно уши болят, у меня не болят нормально. Бэймишь так бэйм до конца, так я такого же мнения. Сначала подобных бэймщиков, потом не спали, летал, не стивы, выскали ход. Ну, кстати, да, это вообще нормал тема. Какой-то жалкий звук, вообще не говорю. Он меня замутил, походу. Мудак. Как посмел тварину мутить? Давай сюда. Сюда. А искупление хер с ним вообще. Блять, здесь несколько вариантов. Короче, можно сову отдать и яйцо. Можно... Наверное, все-таки так. Чувак, может, только деку создал, а его тут дико бэмит, никогда больше не будет паладином играть. Так правильно, нехер играть этой херней. Все, он видит, как ты наводишь на героя. БМ. Не, ну реально, когда так бэмишь, тебя наказывают, базара нет. Я, и это заслуженно, я сам мудак, так нельзя делать. Ну мне реально жаль. Блять, почему оно не делается? Она не жаль тебе. Где великан? Шестой хон нам.
Ой, неправильно надо было. Попади, пожалуйста. Надо было не бить сначала, а ударить. Когда больше было существенно с остальным мисплеем. Привет, как думаешь, Мило рогает рулем реально за где-то 5 ранг и пока на 10-м? Ну, 5 я думаю, реально. Ведешься как школа ЛО, спасибо, что рассказал. А вот эти пидорасы, которые играют на... Вот на вот на такой хуйне на 6-й ход ставят вот этих пидорасов, они как себя ведут? Нормально? Сильно? Сука, я же тебя предупреждал, не надо так с тварыной. Вы мне говорите не бэймить? Да пошел ты в хуй, паладин. Ёбаное говно. Вы мне говорите не бэймить, ребята, вы серьезно? Ёбаное говно. Ненавижу, блядь. Здорово, говно. У меня к седьмому. У меня нет, во-первых, такого 6-го хода, во-вторых, он ходит первым. Сука, здравствуй, блядь. Здравствуй, ебаное говно, блядь. Все паладины, блядь, будут наказаны, мрази. Кто играет на паладине, будет, блядь, выебан, блядь, и высушен. Знаете, блядь, говноеды. И закурить просто.